Вернисаж, да, творчего дня нарождения Мастацкая галерея Университет культуры отзначает свое 15-летие и запрашивает на вернисаж с творчеством по житии, демонстрирует достижения педагогов, студентов и выпускников кафедры народного декоративно-прикладного мастерства Университета культуры. У межах арт-проекта «Наставник и вушень» представлены как ведомые майстры белорусского мастерства, так и молодые мастаки. Першапачаткова галерея была перададзена Беларускаму дзяржаўнаму універсітэту культуры і мастацтваў па распараджэнні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у мэтах папулярызацыі творчых дасягненняй таленавітай і адоранай моладзі. Таму цыкл мерапрыемстваў, якія прымеркаваны да юбілея нашай мастацкай галерэі, адкрывае цудоўная выстава твораў выкладчыкаў, студэнтаў і выпускнікоў кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Сегодняшняя выставка, она и наглядно демонстрирует то, чем занимается наш факультет. И, кстати, здесь представлены, конечно, не только работы, выполненные в технике традиционной, которые присущи декоративно-прикладному искусству, но и соединение традиционных техник, приемов с новейшими какими-то художественными принципами. Живопись, керамика, ткацтво доступны до огляда у галереи до 31 кастрычника.